Ну что у нас? В прошлый раз у нас была очень интересная работа. Так, это была у тебя установка на раскрытие творчества, возможностей, на деньги в том числе. Вот. Ну, короче говоря, у меня есть успехи. Вслух расписывать их не буду. Хорошо, я рад. Так, а сегодня, значит, у нас, как ты сказал, более даже сильная, это Меркаба. Но мне важнее на сборку. Хорошо. Значит, запускаем Меркабу. Что будет происходить? Сначала тебя, конечно, разберут, а потом будут собирать. И обрати внимание на то, где что будет происходить в организме. Ты это почувствуешь. Так, я приступаю к запуску. Так, я установку запустил, можно начинать. Все. Ну, хоть бы показал установку. В прошлый раз показывал. Такое впечатление. Сейчас камера будет перемещаться, не пугайтесь. Вот она в запущенном состоянии. Фотография твоя. Я тебе покажу, вон он, отражение. Ну, я и так увидела. Ну, все. Я увидела там у тебя руны. Да, руны, камни, нож. Обязательно и фото. Так, ну, действие установки я уже начала чувствовать. Мощно. Даже аж небо захватило, скулы захватило. Я, наверное, выключу эту камеру. Выключу. Выключи. Так, ну вот прям прогрев такой в области груди, как будто что-то влили прямо. Такое теплое. Вот, пошло с правой стороны в левую заполняться на это тепло. Так, как будто даже как с под низу захват такой. Прям первый раз у меня такое ощущение. Нет. А что, пришли деньги? Сколько? Хорошо, это она. Ага, она. Все, давай, я работаю, все, не отвлекай. Так, пошел, цитрин стал работать на здоровье. Чувствую, что там будет происходить. Ну, вообще, да. И даже ощутилось, как будто стало дышать легче, так, как будто легче, мягче.
и просторнее, типа так. Ну вот какую-то картинку я увидела. Знаешь, какая-то картинка, как будто ой, очень даже хорошо. Сейчас скажу тебе так, как будто что-то меня продавливало и стало убираться. То есть вот так вот раз, как будто, знаешь, вот так вот кадр, оп, так его типа зачистили, потом еще раз. И вот это то, что меня продавливало, оно как будто раз и ровным поле стало, то есть без этих, без выпуклостей. Вот такую картинку увидела. Отлично. Пошла эта энергия запускаться, знаешь, куда? Ниже. То есть вот сначала как будто в область груди влили, но голова однозначно прямо сразу. Я тебе сразу и сказала, что прямо как будто вот даже скулы захватило, небо с этого началось. Вот, потом как будто в область груди тепло какое-то, прям как влили его. А сейчас оно пошло опускаться вот в область, ну, типа желудка, но, может, не желудка, это вот середина живота. Вот, что еще? Ну, да и желудок тоже. У меня аж это, как будто заработал. Вот. Ну, теперь, значит, знаешь что? Ну, во-первых, какой-то свет, такой прям светом появился. Вот. Ну, ты знаешь что? Мне кажется, вот эта установка, пока, правда, только начало еще, но она такая более конкретная, что ли. Она не сюсюкает, она была нежнее. Вот, и сейчас у меня зачесалась макушка, почесала даже. И ты знаешь что? Прям как будто какой-то свет мне вливают прям в черепушку. Давай минут 5 поработаем в этом режиме, потом я вектор поверну на знания. Ну, как скажешь, как... Не, ну, если уже в течение там хотя бы получаса-часа мы пообщаемся и поработаем, я сейчас вектор минут через 5 разверну, посмотрим, что дальше будет. По здоровью у тебя идет все ровно, кстати, расплыв хороший. Ой, ты вот представляешь, какие интересные вещи. Вот у меня сейчас какое-то ощущение такое было, что оно значит, это же еще расшифровать как бы надо. Но как будто какой-то рыбий жир, и я как будто им, ну типа как отрыгнулась, что ли. Ну это вот чисто образ какой-то, понимаешь? Ну даже какой-то запах рыбьего жира почувствовала. Что-то выходит. Ну, я думаю, наверное, знаешь что? Может, что-то из детства сильно привязано было. Здоровье зависит от употребления рыбьего жира. Наверное, от этого. Возможно. Сейчас пойдет это самое. Вот я сейчас... Где-то еще минуты две я поверну вектор на воспоминания знания. Может быть, что-то у тебя пойдет глубинное. Угу. Ну вот сейчас скажу тебе, что сейчас прорабатывается. Конкретно селезенка. То есть селезенка у нас находится с левой стороны, да?
Да, слева. подреберная область. И вот сейчас у меня вот прям физически заощущало. О, и даже тоже аж защекотало. Но меня здоровье, но меня волнует. Ну как, во-первых, я тебе хочу сказать, что я не пойму даже почему, то ли пока ты сегодня еще загадывал, то есть закладывал, ну там я не знаю, как это сказать, в установку. У меня сегодня какое-то вдруг отношение к моему здоровью гораздо более позитивное, представляешь? Вот даже вот это вот, что я прямо сегодня хожу и думаю, да ты вообще, я же здоровый человек, что я? Представляешь? Это, даже как-то это, так подумала, думаю, какие новые хорошие мысли у меня в голове. Вот, сейчас прямо что-то сильно даже как-то опять давит небо. И продавливает у меня, как вот прямо, и как будто прямо вот во рту и продавливает его в левую сторону, ой, в правую сторону давит. И у этих женщин действительно лево-право, пока правильно произнесешь. Так, я пошел разворачивать вектор. Сейчас посмотришь. Так, я пошло тепло. Знаешь, куда? В область вот этой чакры, ну, которая чакра воли, солнечное сплетение, прям тепло пошло. Ну, так, я вектор развернул. Теперь чувствую ощущение. Ну, первое ощущение прям сразу же. Как будто как что-то изменилось. Это знаешь, вот когда какой-то чересчур, ну или не чересчур, а восторг какой-то. Так, вот так вот аж. Вот. Так, цитрин засветился. Вот что удивительно. Кристалл сияет. Показать вот не могу, но то камера собьется. Но действительно он засветился. Значит, пошло все правильно. Вот, а у меня сейчас еще типа пощипывает нос. Вот куда носа. Так, сейчас скажу. Что еще? Ой, а вот в голове, знаешь, что изменилось? Вот как будто, я даже не знаю, как это описать, это как на физическом уровне, признание моего ума, как будто вот, даже как будто физически, типа вот мой ум или чуть ли не мой мозг, и вот ощущением, что мой, представляешь? Ты вообще-то даже словами ты, не знаю, как описать, да? И как-то раз, и какой-то образ лодочки какой-то. И знаешь, что еще и в уме, как будто вот какое-то спокойствие такое. Прямо еще. А лодочка, она так, прям как будто, знаешь, чуть-чуть как покачала, пораскачивала. Ну, или покачалась лодка. Вот наверху ума, на верхушке ума. Видимо, вот это вот спокойствие и расслабленность, что ли, одновременно-то, я не знаю уж, как тут интерпретирую потом. Я свои знаки потом всегда, всегда разгадываю. Что означает, к чему и зачем. Тут вот пока болтала, какие-то еще пошли. Такие активные. Ну, конечно, я бы хотела еще на раскрытие ясновидения тоже. Угу. Я потом поверну. Сейчас начал хоть показать себя, что ли, даже не знаю, представляешь? Сейчас. Ну, надо себя показывать, почему вы стесняетесь? Я не стесняюсь особо. Знаешь что, я для чего камеру включу? Меня сейчас, я вот не знаю, это видно или нет, мне раскачивать стало. Да, раскачивать пошло. Угу. Что могу констатировать? Идет расслабление мышц лица. Сейчас ты будешь расслабленный такой.
Колебания усиливаются, кстати. Да я вижу, то есть я же чувствую, что у меня прямо. Причем мне не совсем по прямой взад-вперед раскатывает. Диагонали качает. Да, вот-вот, я хотела тебе сказать. Очень интересно. Но... И пошла какая-то картинка. Она не совсем картинка, а как будто, ну, типа образ видения, что ли. Знаешь, вот он, как будто взгляд идет вот в какую-то глубину. Вот так вот у меня, как в какую-то глубину, вот туда вот. И что-то, и там прям что-то как захватывает, типа как суть, что ли, уловить. Ну вот как будто вот, вот это вот видение его показали, как оно даже не то, что как будто в пространстве. Но пространство вот такое, немного конкретное. Но идет далеко и глубоко захват. Вот так. Да. Ну, разлив жизненной силы ровный, нет никаких наплывов, нет никаких горок, там все ровное озеро, все спокойно, все хорошо идет. Ну, есть какие-то глубинные наслоения отрицательных энергий, но не сильно они выражены. Это я по другой отливке смотрю, как работает она. Ну вот пока ты, вот что интересно, пока ты вот это вот мне рассказывал, я вдруг сама увидела, прям я увидела, как будто какая-то типа веточка, но она как вот типа темненькая такая. И эту веточку, ее как будто вот как приподнимать и типа убирать стали. И вот в этот вот момент ты сказал, что есть какие-то там, но не ярко выраженные, типа негативных. И вот, видимо, вот эту вот веточку-то я ее и увидела. Прямо вот в этот момент, пока ты вот все это, ну, как бы наблюдал эту картину. Интересно, конечно. А сейчас опять в области груди опять тепло, как добавили. И с другой стороны, ну как бы туда тепло, а вот в области типа горла, как вот как изо рта даже, как будто, знаешь, вот эфиром, вот типа запах вот этого эфира. Ну, такой немножко, он, ну прям вот ощущение, что вот эфир. Ну, эфир, по идее, это раскрепощение свободы, так, если разобраться, правда? Выход. А сейчас у меня прям щекочет. Знаешь, где? Внутри живота. Да. Так. Ты просила еще на ясновидение. Сейчас где-то минутки через три я поверну на ясновидение, Виктор. Угу. Интересно будет наблюдать. Еще три минутки можешь. Вот это все, потом я пойду переверну. Ну, сейчас так вот в области головы чувствую. Знаешь, куда пошло? Пошло как будто вот правый глаз... Даже чуть выше типа глаза. Может быть, глаз или область мозга, но вот такая ассоциация, что глаз, бровь, как-то вот так. Но мне кажется, что это какая-то мощная очистка. Знаешь, почему? Я так думаю. Потому что у меня раньше было, вот при какой-то работе, вот у меня этот глаз реагировал в моменты очистки. А сейчас я даже вижу, что у меня ощущение другое. Как будто, знаешь, веко как более, будто более приподнято, ну, поднято.
А тогда вот как будто вот было немножко другое, не такое ощущение. Несмотря на то, что я вот сижу с закрытыми глазами сейчас перед камерой, а вот ощущение, если я опять, подожди, прислушиваюсь к этим ощущениям, ну что-то вот такое еще есть, но оно уже в другой стадии. Знаешь, какой стадии? Как будто вот нарыв и перед тем, как вот его выдавить. Это вот у меня вот это вот с этим, с веком этим. Угу. Ну, пусть и проходит, пусть высушивается. Так, а вот в области живота вот это вот тепло, оно вот сильнее опустилось. Ну, очень интересно. Ты прям даже знаешь, это просто даже интересно наблюдать. Ну, мелькнули уже. Ой, какие-то веселые такие. Веселые. И знаешь еще даже какие? Они весело непосредственные. Ну, вот как для меня, как по ассоциации. Вот такая цветность возникла. Короче, резинку одну я там взяла, Катюшкину. Для волос. Она такая объемная. И вот у нее на голубом атласном фоне какие-то там цветочки, что-то там еще. И вот это все какое-то, видимо, вот в этой ассоциации, понимаешь, о детскости и веселости какой-то. Вот. И мне вот эту прям картинку показали. Это хорошо. А так. Живот у меня, подожди, что сейчас скажу, как будто какой-то волной, но он как будто как задышал. Во, заработала. Так, иду разворачивать. Теперь наблюдаю за ощущениями. Так, развернул. Пока ты там разворачивал, мне саму стало, знаешь, что делать? Меня как будто раскручивать стало. Вот не раскачивать теперь, а как будто как по кругу раскручивать. И как по часовой стрелке. Немного похоже на типа то ли конуса. Как это? Эпилоид? Ой. Короче говоря, ладно. Продолжаю наблюдать. Угу. А вот это у тебя она на что? Ты просил на ясновидение. Не, я поставлю. Да, и знаешь, что интересно? Вот этот, или эллипс он называется, такой, знаешь, как бы круг. Ну, короче, сейчас вдруг вот это пошло. Где же я эту картинку видела? Знаешь, вот такая картинка, когда как бы по орбитам идет вращение. Ну, вот что так изображает, я забыла. Или молекулу, или что такое. Ну вот прямо по орбитам идет. Причем как бы эти орбиты,
они как не одна, их несколько. Я потом где-то это я забыла, что это обозначает, но часто такое, ну, встречаю такой образ. Или планеты так изображают, как они крутятся. Да, интересно. Но сейчас идет какая-то концентрация, знаешь где? Как будто вот в области, ну как бы, середины, центр груди, что ли. Идет как вот что-то концентрируется, собирается по центру, я бы вот так бы сказала. Ну и что-то как-то еще отреагировало в горле. А еще, я думаю, на что же это похоже? Знаешь, на что это похоже? Ну, знаешь, вот на твой кинжал, только он, знаешь, какого цвета? Типа белого. Ну, такой, ну, светящийся. Угу. Так и должно быть. Кончик горит у меня, кстати, на ноже. Ну, а в области или третьего глаза, или как-то так, тоже появляется какая-то, ну, как будто какой-то типа круг, вон какого-то, ну, близкий к синему цвету, вот так я бы сказала. Вот все правильно описываешь, так и должно быть. Стоит синий кристалл, который открывает третий. Но он с какими-то вкраплениями. И вкрапления эти типа чуть-чуть коричневатого цвета. Так, включи камеру, чтобы я понаблюдал чуть-чуть. А тебе меня видно? Видно. Так. Прекрасно. Область третьего глаза, кстати, засветилась у тебя. Просто ты сама этого не видишь. Я как будто немножко вижу, знаешь что? Вот я тебе сейчас скажу, что как будто бы я вижу. Кстати говоря, голубоватого цвета. Угу. Этот цвет у меня поднимается вот как аурой, вот так вот. Вот это вот, вот так вот. Это вот то, что я вижу. Ну или мне так кажется. Ну, почему-то вот так. И, кстати, вот правда голубоватого цвета.
А сейчас чуть-чуть даже он изменил немножко цвет. Появилось как будто чуть-чуть зеленого. Надо же. Ну вот, может быть, мне так кажется, но я попробовала абстрагировать вот как бы видение от самого, ну, от лица. Я даже лица не вижу. Ну, вообще, вот так, мне кажется. Ну, стало голову раскачивать у меня. И как будто как по центру. Мощный очень поток. То есть он, знаешь, в каком плане мощный? Он прям широко захватывающий. Вот, и, по-моему, я правильно сказала про какой-то типа зеленоват. Он зеленовато даже, знаешь, что? Он что? Он как будто даже типа, знаешь, вот или перламутр, или вот это, когда, как там говорят, голографическое или как-то вот так. Знаешь, такое, как переливчатое. Этот зеленый, как будто зелень, она немножко больше ближе к салатовому. Или даже не к салатовому, а салатово-голубой. И с переливом, вот такими какими-то. Но мазками, типа. Типа. Так, голова у меня разгорелась. То вдруг я почувствовала, что у меня в каких-то частях мозга как будто вот стало горячее. И одновременно все равно идет область груди. Прямо вот здесь вот. Ну, я как будто и тебя даже увидела. Или как будто или мысль какую-то твою. Ну, прямо, ну, как будто как тобой. А сейчас у меня область мозга, она как будто прям чистится, потому что аж даже, знаешь, что пошло, переносится. Как будто вот так, чуть-чуть тоже по диагонали. И вот переносится, начинает, даже не переносится, а с пазухи, вот этой носовой. Левая ее часть. И пошла вот эта прочистка в левую часть мозга. Нос защекотала. А что у тебя там такое? Ну, в принципе, все устаканилось уже. Все идет ровно. Копоти нет, значит, все правильно. Немножко переходит в какой-то золотистый цвет. Пошло наполнение жизненной энергией, ничего страшного. Хорошо, спасибо. И вот этот золотистый, он даже какие-то, ну, как бы, и как будто даже красного чуть-чуть вот, или добавляют, или что-то вот. Вот в этот золотистый. Ну, немножко, как говорится, настойчивости или агрессию не хочу говорить, раз красный добавляет. Ну, может быть, это... воля. Может, воля. Может быть. Сейчас прям пошла горловая, по-моему, как-то. И вообще горловая. И что еще очень интересно. Руки, вот на эту вот руку пошло, и с наружной стороны вот с этой, как будто и горячит, и прям что-то еще, что-то вот еще делает. Ну, вообще много цветов, потому что я опять стала видеть и голубой, и причем все вот это таким перламутровым, а каким-то переливом,
и вот этот и зеленоватый, вот как-то вот они заиграли, как будто много вот этих. Валентин, так, что еще? Как будто типа бело-солнечный. Вот такой все добавился. Пошла духовность и наполнение, я тебе говорю, жизненной энергии. Так, теперь открываем аккуратно глазки. Не спеши. Вот так. Чуть-чуть расслабься. Можешь выключать. Сейчас она уже будет работать автономно. До 2 часов. Потом я тебе напишу. Пока хватит. Перебора тоже мне не надо. Ты уже плывешь. Ничего не плыву. Очень даже. Что? В том плане. Я вижу, пересыщение идет. Не так. Надо. Ну хорошо, приятно и комфортно. Может быть, ты чуть-чуть. Ну ты ж не может быть, а ты уж точно-то. Ну если я вижу, я говорю, что надо каста. Она будет работать, как мы договорились, до 2 часов. Но это уже в автономном режиме, ты можешь уже заниматься другими делами. Пока концентрироваться не надо. Идет перебор. Перебор тоже лишний. Хорошо. Большое спасибо. Почему прям радость какую-то? Вся эта работа доставила мне радость. Угу. Ну давай пока тогда. Да? Выключай запись. А, вот.